sing with me. Everyone needs someone. We're looking for the Mr. Schweizerman. Are you beautiful? That's not enough. Because the shooting is tonight very crass. But the boys looks good, that's dangerous. We make party and we have a lot of spaß. Hey, the girls are screaming, it's love in the air. But Johnny Byrne hat immer noch die schönste Hair. I look so hot tonight. I have the schönste Kleid. I look so hot tonight. I have the schönste Kleid. Everyone needs someone. We're looking for the Mr. Schweizermann. Are you bereit for competition? Have you the red carpet schon gewischen? The boys already have freund the buddies. Für den Gewinner ist das Feuerwerk heute Nacht gratis. We make fitness in studio. To show tonight the knackiest pole. I look so hot tonight. I have the schönste Kleid. I look so hot tonight. I have the schönste Kleid. Who looks best tonight? Who's gonna win the fight? Who looks best tonight? Who's gonna win the fight? «Не станешь богатым, если будешь музыкантом», — говорила мама Сергею Ралдугину. Но на этот раз она оказалась не права. Со студенческих лет у Сергея был лучший друг, который защищал его от хулиганов. Этот друг познакомился со своей будущей женой благодаря Сергею, а Сергей потом стал крестным отцом их первого ребенка. Может, богатство Сергея как-то связано с этой дружбой? Ну, этот друг не просто друг. С началом успехов Владимира Путина начинается история богатства Сергея. Путин становится президентом, и спустя время Сергей получает две офшорные компании в Панаме и на Карибах.
Эти компании регистрируются по указанию Банка России, который считается близким Путину. Одна из офшорных компаний неожиданно становится влиятельным игроком в российской медиа-индустрии. Индустрии, которая не устает восхвалять Путина. Другая офшорная компания тайно получает влияние над производителем грузовиков, который получает огромные средства от государства. Сергей и его представители держат деньги в Швейцарии и на Кипре. Происхождение части этих средств довольно сомнительное. Но банкиры с радостью их принимают. Путин, как глава государства, не может сам открыть секретный счет в банке. Поэтому так удобно иметь богатого друга. А что насчет свадьбы дочки Путина? Она праздновала ее на курорте, который финансировался компанией Сергея. Сергей Ралдугин и Владимир Путин. Лучшие друзья. Их дружба выгодна обоим. Это обложка скандально известного французского издания «Шарли Эбдо». На ней изображены толстосумы, держащие в руках таблички с надписями. «Я — это Панама. Нам не страшно. Они не заставят нас сменить наш образ жизни». Так французские журналисты высмеивают фигурантов офшорного скандала, накрывшего весь земной шар после публикации расследования, проведенного журналистами из 77 стран мира. В этой работе принимали участие 400 человек, а количество денежных мешков, которые им удалось потрясти, измеряется тысячами, если не десятками тысяч. Напомним, в воскресенье, 3 апреля 2016 года, Международный консорциум журналистских расследований ICIJ и Центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовали расследование «Панамские документы». В нем идет речь о многочисленных офшорных компаниях, которыми владеют политики, в том числе лидеры государств и другие знаменитости. В основе расследования 11,5 миллионов документов общим объемом 2,6 терабайта. Взяты они с серверов одного из ведущих регистраторов офшора в мире, панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Вникать во все тонкости расследования мы пока не будем. Да и само расследование продолжается, поскольку огласке придана пока лишь часть документов. Впереди нас ждет еще масса интересных событий, поэтому итоги подводить рано. Но поскольку зрители ОМ-ТВ активно требуют осветить данную тему, мы остановимся на первых последствиях расследования века и реакции на него тех, кто попал под раздачу на начальном этапе вскрытия панамского ящика Пандоры. Уже в понедельник утром 4 апреля в прессе появились сообщения, что Международный консорциум журналистских расследований обнаружил у президента Украины Петра Порошенко офшорную компанию, созданную для уклонения от уплаты налогов при продаже кондитерской компании «Рошен». И хотя позже сам Порошенко и юристы его компании объяснили причину использования офшоров необходимостью передачи прав управления «Рошен» к Ротшильдам и якобы такие действия не нарушали закона, украинское общество встретило бурей негодования озвученный факт. Некоторые политики на этом сразу же попытались выиграть дивиденды, заикнувшись о возможном импичменте президента. Тем более, что за пару дней до этого американская газета «Нью-Йорк Таймс» в своей публикации назвала Украину коррупционным болотом, в которое США не могут вечно вбрасывать деньги лопатой, а президента Петра Порошенко – продуктом старой системы. Пытаясь спасти свою репутацию, уже 6 апреля Порошенко заявил о намерении сделать невозможным использование офшоров в Украине. Однако на фоне торможения реформ и ряда коррупционных скандалов
связанных с ближайшим окружением президента, возникают большие сомнения относительно желания гаранта Конституции и его команды разрушать устоявшуюся феодально-олигархическую систему разорения страны. Мы уже подписали трастовое соглашение с одним из наиболее авторитетных европейских трастов и передали активы абсолютно независимому менеджменту. Это способ, которым я хочу решить проблему. Но все равно у вас остался целый ряд активов, которые вам принадлежат и от которых вы обещали избавиться. Тим, вам может не понравиться мой ответ, но я единственный украинский президент, который открыто передал свои активы в независимый трастовый фонд с хорошей репутацией. Я думаю, что это по-европейски, когда страна в состоянии войны, и никто не хочет покупать бизнес, разделить бизнес и политику. Однако идем дальше. Офшорное цунами накрыло и кремлевских властимущих. Президент банка ВТБ Андрей Костин назвал бредом предположение о связи Путина с сетью офшоров на 2 миллиарда долларов. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Bloomberg. При этом банкир как бы случайно подтвердил, что Екатерина Тихонова является дочерью Путина. Тот факт, что его дочь праздновала свадьбу на горнолыжном курорте Игора, который на самом деле недорогой, который используется для свадеб десятками людей в Петербурге каждую неделю, я не знаю, как это может связать Путина с каким-либо офшорным бизнесом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что его супруга Татьяна Навка никогда не владела офшорными компаниями. Это при том, что уже во вторник, 5 апреля, британская The Guardian опубликовала документы, подтверждающие, что Навка в 2014 году зарегистрировала офшорную компанию. Вашему вниманию скан первой страницы российского загранпаспорта жены Пескова и квитанция об уплате коммунальных услуг за квартиру в Москве. Как говорится в статье, дела компании «Навки» вела зарегистрированная на острове Мэн британская фирма «Bridgewaters». Среди ее клиентов большое число богатых россиян, в том числе миллиардер Алишер Усманов. Песков остался непоколебим, выразив разочарование качеством журналистского расследования и отметив, что в Кремле считают очевидным тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является их президент. А пока коллекционер дорогих часов в сотый раз повторял слово «вброс», его на лукавстве подловили журналисты РБК, которые добились от друга президента Аркадия Ротенберга признание, что его компании выдавали кредиты офшору, связанному с Сергеем Ралдугиным. Кто не знает, Ралдугин – это такой известный виолончелист, причем не простой, а друг детства Путина, который при этом является центральной фигурой сети трастов и офшоров, оперировавшей миллиардами долларов и контролировавшей деятельность стратегических предприятий России. Конечно, оформление офшоров на друга Путина и жену пресс-секретаря президента является чисто случайным. Но, как правильно заметил известный блогер Дмитрий Иванов, упоминание Путина во всех этих офшорных оборудках действует на российскую публику как щит. И все остальное, называй хоть сотни российских чиновников, причастных к выводу незаконно прихватизированных средств за границу, не вызывает возмущения основной массы граждан РФ. Далеко не только про Путина, да, но у нас так федеральные СМИ это подали, или, к сожалению, некоторые оппозиционные СМИ это так подали, что это связано исключительно с Путиным. Неужели вы не понимаете, мои маленькие либеральные друзья, что не надо произносить фамилию Путин, когда вы рассказываете о проблемах страны? У людей включается белый шум, люди не соображают. Вы хоть не можете себе представить, я бы чуть-чуть, какая энергия, какое бабло влито в возвеличивание Владимира Владимировича. Это непоколебимо. Не надо, когда вы пытаетесь людям объяснить правду, произносить фамилию Путин. У них включается шум,
Они не понимают, что вы говорите, они все отрицают плохое. А вот в Исландии офшорный скандал воспринимается совсем иначе. Премьер-министр Сигмюндюр Гюнлейксон вначале отказался уходить в отставку, но позже под давлением радикально настроенных фашистствующих молодчиков в Рейкьявике вынужден был пересмотреть свое отношение к выдвинутым обвинениям. Поскольку само слово «офшор» в цивилизованных странах мира действует на людей примерно так, как женщины действуют на Жириновском. Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная селижня, фигуристка! Высшей конституционной властью является Многонациональный народ России. Как вы к этому относитесь? Признаете ли вы? Отвечаю, отрицательно. Никогда ни в одной стране мира власть народу не принадлежала. Так а зачем вы тогда перед народом сидите здесь? А вот сижу, объясняю вам, что вот таких дураков, как вы, больше не было у нас. Она довольна, а вы что лезете, лесбиянка? Что вы лезете за щитой его? А что вы, не хамё, говорите, пошла вон отсюда. И поменьше подружек лесбиянок, поменьше. Выгони их отсюда. Вон отсюда. Лесбиянки чертовы, фурии. Есть вопросы? Нет, до свидания. Так что Гюнлейксон ушел со своего поста, как и президент чилийского отделения международной организации Transparency International Гонсало де Лаво. Как отмечается в твиттере международной расследовательской организации, отставка была принята советом директоров. Выяснилось, что де Лаво, будучи юристом, представлял 5 фирм, зарегистрированных на британских Виргинских островах. В списке офшорных мошенников оказались также родственники генсека Китая Си Цзиньпиня, британский премьер Дэвид Кэмерон из-за давних счетов престарелого отца и экс-король Испании Хуан Карлос из-за счетов сестры, но больше всего восточных правителей, от клана Асада до короля Саудовской Аравии и семьи лидера Азербайджана. Замечены и такие мировые звезды, как аргентинский футболист Лионель Месси и голливудский актер Джеки Чан. Следственные органы Великобритании, Франции, Австрии, Нидерландов, Испании, Бельгии и Швеции сразу же заявили в понедельник о готовности начать расследование в отношении лиц, упомянутых в панамских бумагах. Немецкие СМИ пишут, что банки Германии создали не менее 1200 офшорных компаний для своих клиентов и управляли ими. Deutsche Bank, главный банк страны, поспешил посыпать голову пеплом, признать серьезность проблемы, заявить, что это дело прошлое, а нынешнее разоблачение позволит лучше бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков обратился к руководителю ТАСС Сергею Михайлову и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву с просьбой объяснить недостаточное освещение международного расследования об офшорах. В подобной ситуации выглядит парадоксальной практически отсутствующая реакция ведущих российских СМИ, упоминающих данное событие либо исключительно в отношении зарубежных политиков, либо не упоминающих вовсе, пишет Гудков. По мнению депутата, государственные информагентства недостаточно изложили результаты расследования и реакцию на них, а также не осветили наиболее важную для России часть расследования. Тем самым они нарушили статью 51 закона о СМИ, которая не допускает использования прав журналистов для сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений. Совпадение? Не думаю. У здания Госдумы в Москве задержали троих активистов, выступавших против офшоров. На вопрос к полицейским, за что происходит задержание, те ответили: «Догадайтесь». Европейские СМИ подробно рассказывают о международном консорциуме журналистов-расследователей, добывшем закрытую информацию у панамской юридической фирмы, а также о самой этой фирме, которая обеспечивала богатым клиентам связь с налоговыми гаванями. Отмечается, что ее основатель и хозяин Юрген Моссак, родившийся в 1948 году в Германии, эмигрировал оттуда ребенком и получил в Панаме юридическое образование.
его отец, как сообщает журналистский концерн со ссылкой на американскую военную разведку, был офицером СС в гитлеровской Германии. Кто бы мог подумать, что потомок служителя нацистской империи создаст мировую офшорную империю. Трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. У Владимира Путина есть старый друг, крестный отец его старшей дочери, известный виолончелист Сергей Ралдугин. Другой друг Путина, Юрий Ковальчук, владеет Банком России, в котором у Ралдугина, кстати, есть 3% акций. Банк России помогает открыть на имя Ралдугина через панамскую фирму Mossack Fonseca два офшора, а менеджеры подконтрольной банку создают от его имени и другие офшорные фирмы. Компания Сергея Ралдугина заключает договор на покупку акций Роснефти. Соглашение сразу расторгается, и фирма получает 750 тысяч долларов компенсации. Доллар за 6 миллионов. Фирма, связанная с владельцем Северстали Алексеем Мордашовым, дает офшору друга Путина кредит в 6 миллионов долларов, а через несколько месяцев прощает долг. За это компания Ралдугина возвращает всего 1 доллар. Также за доллар фирма Ралдугина получила право требовать долг в 4 миллиарда рублей и получила его с государственного Ростелекома. Компания музыканта покупает акции у инвесткомпании «Тройка Диалог», принадлежащей Сбербанку. На следующий день акции продаются с прибылью в 400 тысяч долларов, как будто бизнесмен заранее знал об изменении конъюнктуры рынка. Это только самые простые схемы накопления прибыли офшором кума Путина. Сам он не скрывает наличие офшоров, но комментировать вопросы журналистов-расследователей отказывается. В этом расследовании говорится о 2 миллиардах долларов. Ну и речь идет только об одной из десятков юридических фирм. Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников, недопустимо. Ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно должна попадать в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных. Все граждане Российской Федерации, вне зависимости от своего служебного положения, должны быть равны перед законом. Маловато, понимаешь? Маловато будет! Хоть как хоть, а маловато! Маловато будет!
если можно украсть миллиарды, почему мне нельзя утащить что-то? Почему им можно, а мне нельзя? Вы не слышали сегодня результаты расследования международного по поводу офшоров, в которых друзья Путина фигурируют, а возможно... Нет, ничего пока сегодня не слышно. Не слышал. Нет, ладно. Нет, не слышал. Нет. Вы слышали что-нибудь об офшорах, в которых наше руководство... Нет. Не слышали? Нет. Нет? Нет, извините, не слышали. Не слышали? Нет. Вас не интересует эта тема? Нет. Нет. Слышали? Вы первый человек, поверьте, который сегодня сказал, что слышали. И что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что они действительно замешаны. Да? Конечно. Может быть, замешано в том, чтобы вводить свои деньги? Конечно. 100%. Вы уверены в этом? Я уверен. I've just put that in the explanation. The extent of the situation was a total surprise. So, that's why I'm here. А вы верите, что наше руководство может выводить миллиарды долларов из страны? Нет, конечно, не верю. Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, и я их складываю, и на счет отправляю, даже не считаю. А вот... Удивительно. С таким счастьем и на свободе.